Хочу я быть на шаг ближе к тебе. Хочу я быть на шаг ближе к тебе. Хочу я быть на шаг ближе к тебе. Иисус, хочу я быть на шаг ближе к тебе. Лишь один, только ты один. Все, чем я дышу, все, чем я живу. Еще один день, он только для тебя. Хочу я быть на шаг ближе к тебе. Хочу я быть на шаг ближе к тебе. Хочу я быть на шаг ближе к тебе. Иисус, хочу я быть на шаг ближе к тебе. О, Иисус, хочу я быть на шаг ближе к тебе. Хочу я быть на шаг ближе к тебе. Экстремальная ситуация, все музыканты разъехались, все певцы разъехались, и я Альбине говорю: «Альбина, ну, сегодня ты солируешь». У нее такие глаза, я говорю: «Знаешь, Бог так часто допускает, что когда Он нам говорит, предупреждает, что готовься, ты будешь, и мы часто боимся, да, вот я замечаю в церквях часто раз, и все, твой час настал, давай вперед». Да, здесь проявляется смелость и дерзновение. Знаете, я вчера вспомнила один такой период из христианской жизни. Я помню, мы были группа молодых людей, и мы молились Иисусу. И вдруг один из нас, его зовут Абай, он сейчас пастор церкви в Казахстане, и он вдруг разрыдался. Он вдруг разрыдался и убежал в ванную. И мы у него спрашиваем, что случилось, когда он вернулся. И он говорит: «Знаете, когда мы молились, я увидел видение, ну, такой, как, или, можно сказать, ну, увидел, да, такую картинку, что я в детском доме, его отдали в детский дом, потому что родители развелись, и каждый из родителей начал свою семью заново, и его отдали в детский дом». И он говорит: «Это был тот момент, когда я только приехал, и я увидел, как я лежу в одной, в комнате, пустые кровати, я один лежу, головой вниз и плачу».
И мы спрашиваем его, почему тебя это так задело? Он говорит, потому что я тогда думал, что я очень одинок. И сейчас я понимаю, что я был не одинок, что Бог был со мной, и Он мне показал эту картину, Он тогда был со мной. И знаете, если вам кажется, да, что сейчас такая ситуация, что очень трудно, и вы один, никто не понимает, то я вам хочу сказать, что Бог, Он с вами. Аминь. Аминь. Знаете, одно дело приехать в Болгарию как турист, да, а другое дело приехать в Болгарию уже, ну, я не только в Болгарию, я имею в виду вообще в другую страну, чтобы жить. И очень часто нам кажется, что вы одиноки, вас никто не понимает, но я хочу сказать, что Бог, Он всегда с вами. Аминь. Потому что Он Бог благой. И как бы ни сгущались тучи, они сгущаются там. Знаете, над тучами, если вы взлетаете на самолете, над тучами, знаете, что всегда? Солнце. И если вам кажется, что проблемы, просто в Иисусе Христе поднимитесь над ними, и вы увидите, что там на небе горит солнце правды, Иисус Христос. Аминь. Прославим Господа. Поддержим Альбину сегодня. Сейчас я педаль найду. Здесь можно уже начать рукоплескать. О! О! Спасибо! О, Господь, как ты благ, как велика твоя милость к нам. О, Господь, как ты благ, как велика твоя милость к нам. Если сгущается тьма надо мною, и страхи сжимается сердце мое, тебе одному, Господь, я взываю, и ты отвечаешь мне, и я пою. О, Господь! Если сгущается тьма надо мною, и страхи сжимается сердце мое, тебе одному, Господь, я взываю, и ты отвечаешь мне, и я пою. Как ты благ, как велика твоя милость к нам. О, Господь, как ты благ, как велика твоя милость к нам. Господь, о, Господь, как ты благ, как велика твоя милость к нам. О, Господь, как ты благ, как ты благ, как велика твоя милость к нам. Вся моя жизнь, вся моя жизнь, Господь, пред тобою. Твоими путями я буду ходить, на слово Твое, Господь, уповаю, ты отвечаешь мне, и я пою. Вся моя жизнь, Господь, пред Тобою, Твоими путями я буду ходить, на слово Твое, Господь, уповаю, ты отвечаешь мне, и я пою. Господь, как ты благ, как велика Твоя милость к нам. Господь, как ты благ, как велика твоя милость к нам. Господь, о, Господь, как ты благ, как велика твоя милость к нам. О, Господь, как ты благ, как велика твоя милость к нам. Если сгущается тьма надо мною, и страхи сжимается сердце мое, тебе одному, Господь, я взываю, ты отвечаешь мне. Если сгущается тьма надо мною, и страхи сжимается сердце мое, к тебе одному, Господь, я взываю, ты отвечаешь мне, и я пою. О, Господь, как ты благ, как велика твоя милость к нам. О, Господь, как ты благ, как велика твоя милость к нам. Все вместе, о, Господь! О, Господь, как ты благ, как велика твоя милость к нам. О, Господь, как ты благ, как велика твоя милость к нам. Как велика, как велика твоя милость к нам. Как велика, как велика твоя милость к нам. Аллилуйя, слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Вы знаете, что такое благой Бог? Это хороший Бог, да? Это Бог, который дает нам благодать. Он нам дарит
то, что мы не заслужили, а милующий Бог. Это Бог, который не наказывает за то, за что, ну, нас, может быть, иногда нужно наказать. И мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты благой Бог, за то, что милующий Бог. И это мой Бог, скажи, это мой Бог. Благодарим Тебя за то, что Ты самый чудесный Бог, и нет другого имени, нет лучшего имени, кроме Тебя. Ты Бог милующий, Ты Бог спасающий, Ты Бог поднимающий. О, мы Тебя благодарим. Прославлять Тебя я буду вновь.
спасибо Тебе, Господь наш. Аллилуйя, за это время, когда мы можем все собраться и прославить Твое святое имя, и сказать, что Ты великий Бог, сказать, что Ты могущий Бог, Ты всемогущий. Аллилуйя, мы славим Тебя. Аллилуйя, слава Тебе, Господь. Знаете, я сегодня прочитала пост один. Если вы знаете, семья Паков, Юрий Пак, мы 3 года назад молились за него. Это один верующий преподаватель физики. Его осудили, ну, ни за что, можно сказать, потасовка была. И через год его освободили. И жена, видимо, его пережила много волнений. И она выставила пост, что несколько месяцев назад у нее диагноз, рак 3-й степени поставили. И она выставила пост, что ей сказали, что нужно убрать волосы, потому что будет химиотерапия. И она описывает свое состояние. Она говорит: я без волос, настолько обнаженная, как будто бы это не я. И Бог стал ее вести, и Он сказал: знаете, ты — это не твои волосы, ты — это не то, что, во что ты одета, да? Очень часто мы закрываемся. Помните, как Адам и Ева, они когда согрешили, да, они взяли ветви от смоковницы и закрылись. Очень часто мы закрываемся друг от друга, какими-то вещами, да, знаете, я даже хочу сказать, что очень часто косметика или духи, парфюм, это могут быть определенной защитой, да, чтобы держать людей на расстоянии, но я не говорю, что мы будем сейчас обнажаться, да, друг перед другом, я хочу сказать, что Иисус Христос, написано, что Он за нас сделал все, и на кресте Он висел обнаженным, Он открыт максимально для нас. И прославление, может быть, кто-то не понимает, что это за время, когда мы поем Богу. Так вот, прославление — это время, когда мы можем обнажиться перед Богом и предстать пред Ним такими, какие мы есть. Без масок, без, ну, каких-то там условностей, да? Просто такой, как ты есть. Приди сейчас к Нему. Давайте мы помолимся. Дорогой Иисус, я благодарю Тебя за то, что Ты прошел свой путь до конца. Ты был в Гефсимании, и написано, что капли крови, как капли пота, как капли крови были. И они стекали с Твоего лба. И написано, что Ты был позорно вознесен на крест и висел там обнаженным. И сегодня, Господь, мы хотим прийти к Тебе такие, какие мы есть, и в этом есть смелость. Со всеми своими, может быть, недостатками, со всеми своими, со всей болью мы хотим прийти к Тебе и сказать: прими нас такие, какие мы есть. Мы хотим просто прильнуть к Твоей груди, как апостол, еще тогда не апостол, но ученик Иисуса Христа, любимый Иоанн. Он просто прильнул к груди Иисуса и наслаждался этим. И сейчас это время, когда мы можем прийти к Тебе, поделиться с Тобой всем самым сокровенным, что у нас есть. У кого-то обрита голова, у кого-то израненное сердце, у кого-то кто-то сегодня разозлился, вышел из себя, кто-то потерял близкого, и мы сейчас приходим к Тебе, приносим это, и в этот момент Ты нас восстанавливаешь. Ты сказал, что благодати мы получили не только спасение, избавление, мы получили победу в этой жизни.
поставил нас быть победителями, идти за Тобой. Аллилуйя, спасибо Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты убираешь страхи, опасения наши, исцеляешь наши сердца. Мы благодарим Тебя. Песня.
все глубоко. Корень — это дерево, посаженное у потока вод. И мы постоянно омываемся. Аллилуйя! Мы наполняемся Тобой. Аллилуйя, Иисус, Ты песня моя. Это моя песня, молитва моя до конца, до конца. Ты моя песня, Иисус, это моя песня, молитва моя. До конца, давайте еще раз вместе. Это моя песня, молитва моя, до конца, до конца. Давайте еще раз вместе. Это моя песня, молитва моя. До конца, до победного конца, аминь. Это моя песня, молитва моя. Он будет вести тебя, если мы будем вправо или влево отходить от Него, но держаться за Него, то Он сказал, что не оставлю и не покину тебя. Ты Его дитя, и ты крепко находишься, и держит Он тебя в своих руках. Скажи аминь. Аллилуйя. Присаживайтесь, пожалуйста. Пожалуйста.